В актовом зале школы номер 11 состоялась встреча ветеранов боевых действий в Афганистане с воспитанниками образовательного учреждения. Отметим, что мероприятие посвящено 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Эта война оказалась в два раза длиннее Великой Отечественной. И сегодня ветеран афганских событий, народный герой Зиявуддин Абдуллаев вспоминает, как в 1981 году был призван в ряды вооруженных сил. Задача ограниченного контингента советских войск в Афганистане основная стояла – это защита южных рубежей нашей Родины и защита завоевания апрельской революции. Наша задача была поддержать руководство власти на тот момент в Афганистане по борьбе с всем тем негативом, который происходило в той стране. По словам Зиявуддина Абдуллаева, благодаря советским войскам в Афганистане была поднята промышленность, строились образовательные учреждения и многое другое. В его памяти навсегда останется тот день, когда пришла новость о выводе наших войск и окончании. Вывод советских войск закончился 15 февраля 1989 года. Я уже работал на заводе, и эта новость, она просто обрадовала нас, что в конце концов закончилась эта война, которая продолжалась больше 9 лет. В общем, это была приятная очень новость. Вскоре ветераны совместно с директором школы номер 11 Мурадом Идрисовым провели обширную беседу с учениками и рассказали о самых ярких и тяжелых воспоминаниях того периода. Анастасия Колесникова, Асия Тумалатова, Амарбек Газиев. Новости, телеканал «Среда».